Но мне сюда нужен кто-то, кто умеет кубик Рубика. Не собирать, крутить. Нет, сейчас мальчик вот, он первый признался, что он где-то нашел кубик Рубика, раскрутил, потом никто собрать не мог. Отлично, ты одну сторону крутишь, ты еще можешь ее вот так вот крутить. Ты знаешь что? Покрути еще немножко, и мы сейчас попросим помощь зала. Вот тут вот есть чей-то папа, он нам поможет раскрутить, да, бутылочку вниз. Он лимонад пьет. Под названием, очень актуальным сегодня, лимонад Корона. Итак, спасибо. Леон, кубик возьми за спиной возьми вот так вот. И покрути несколько оборотов, как хочешь. А теперь внимание, вот этот кубик кто крутил? Лео. А этот кто? Я, еще дома. И вот этот кубик, и этот, вы не поверите, одна сторона у них. Одинаковая? Да. Да, а вторая? Как ты крутил? Третья? А тут? А здесь? Тут, а здесь? Стоп. Сколько тебе лет? 6,5. Нет, давай округлим. Или 6, или 7. Ты хочешь, чтобы тебе сколько было? 6 или 7? 7. Значит, ты будешь считать до 7. Договорились? Я сейчас делаю 7 поворотов разных граней. Причем я не буду смотреть на кубик. Ты должен на него смотреть и считать. Сделал где раз? Секунду. 2. 3. 4, 5, 6, 7. Он сказал, я все знаю, там робот, он сам собирает. Поэтому мне пришлось сделать вот так вот, разобрать и показать, что робота... К сожалению, нет, а то бы у меня жизнь была легкой. Просто у меня был карантин, было скучно, я решил, столько времени, чему бы научиться. И вот я научился собирать кубик Рубика разными способами. Хотите еще один способ покажу? Вот у нас есть вот мальчик 15 лет, ловите. Вы с кем пришли сюда? С мамой. А, нет, вот она следующая моя помощница. Бери у папы кубик и неси сюда. Идем. Юля! Юля! А, секунду, а я думал, это будет ребенок. Отлично!